Методика расчета массивов детекторов на основе частотно-спектральных поверхностей. И дальше я в конце у меня несколько слайдов, посвященных расчету поляризационной чувствительности кроссовой антенны на линзе. Напомню, что частотно-селективные поверхности рассчитываются с использованием теоремы Фоке, то есть поверхность состоит из периодических элементов с трансляционной симметрией. То есть не зеркальной симметрией, а трансляционной. То есть мы всю поверхность можем установить путем переноса элементарной ячейки на некий вектор переноса. Теорема Флаке – это фактически некий вариант теоремы Блоха. И в соответствии с этой теоремой у нас для элементарной ячейки, внутри которой находится элемент массива с трансляционной симметрией, границы этой ячейки имеют периодически ограниченные условия по векторам E и H, и при этом мы можем освещать нашу структуру плоской волной, которая падает под неким произвольным углом к нормали плоскости. При этом у нас, если волна падает нормально, то синус тета равен нулю, и у нас нет фазовой задержки, нет разности фаз на противоположных границах. А если у нас есть вот этот член косинус тета не равен нулю, то, соответственно, есть проекция волнового вектора, не нулевая в плоскости структуры, и на границах противоположных возникает некий сдвиг фаз, который зависит от волнового вектора, угла падения, и c — это скорость света в среде. Так, значит, это считается от нормальной. Да, если нормальный, нормально будет, если 0, то 0 сразу. Да, то есть здесь вот это все 0, и у нас нет разности фаз над противоположной границей. Теперь нужно показать такой рисуночек, как рассчитывались, для какого экспериментальной конфигурации рассчитывались изготовленные и протестированные двумерные решетки болометров.
То есть у нас есть некая подложка, на поверхности сформирован массив детекторов, и толщина этой подложки, она может контролироваться с высокой точностью. Это важно, потому что подложка служит некой устойчивой структурой, которая позволяет отстроить длинный тест поверхностный импеданс нашей периодической частотной селективной поверхности. Так, и это на самом деле элемент подложки. То есть у нас стандартно технологии подложки, они достаточно толстые. То есть 350 микрон, 500 микрон. Но чтобы отстроить индуктивность, чаще всего это индуктивность массива, необходимо вот организовать такую стоячую волну, которая фактически укрепляет некой параллельной емкости. И у нас емкость с индуктивностью параллельно в резонансе образовывают. Они превращаются в резонатор с бесконечной импеданцией. Таким образом, у нас волна, которая падает с обратной стороны, видит структуру, видит нагрузку с исключительно действительной импеданцией. Бесконечная импеданс – это между чем и чем? Бесконечная импеданс, то есть это по аналогии с методом подстройки, например, емкости СИС-переходов, когда у нас эквивалентная схема СИСа состоит из нелинейного сопротивления и емкости, параллельной нелинейному сопротивлению. И нам нужно, чтобы эту емкость отстроить, нужно ее превратить в бесконечный импеданс. Для этого мы подключаем параллельные емкости и индуктивность. И импеданс параллельного резонансного контура равен бесконечности. Таким образом, у нас шунтирующий импеданс емкости превращается в бесконечность. Вот здесь это что? Где емкость и где индуктивность? Индуктивность у нас здесь, а емкость это вот у нас фактически секция волновода, то есть свободное пространство заполнено кремнием. И этот отрезок, он у нас имеет там характерные толщины 130, по-моему, микрон. Вот. Этого достаточно для того, чтобы построить емкость. Вот. И дальше у нас идет некий опять слой свободного пространства, который закорочен ground plane, отражающей поверхностью. И в расчете у нас рыночные условия выглядят следующим образом, что по бокам, сверху и снизу, у нас периодические рыночные условия, с этой стороны электрические, где-то потенциально равномерие, а здесь у нас открытая граница, откуда падает жесткая волна по разному уровню. Стандартный ситуация с ТК-порт, он имеет две ноды с двумя полными ортогональной поляризацией. Когда у нас Е-поле ориентировано вдоль оси Y, то это так называемая ТЕ-нода. Когда Е-поле вдоль оси X, то это так называемая ТН-нода. Дальше
мы рассмотрим как один из примеров массива таких вот ромбиков. И здесь я хочу обратить внимание на вообще принципиальный момент. Вот часто говорят о диаграмме направленности массива. Это не совсем корректно. Почему? Потому что вот, антенна с какой-то диаграммой направленности – это компонент с одним терминалом, который мы возбуждаем. И если у нас, например, фазированная антенная решетка с несколькими вибраторами, с несколькими антеннами, то у нас фазовое соотношение между всеми элементами, оно жестко задано. Оно задано фазовыми длинными трактов, там, варьируется при помощи фазовращателей и так далее. И в зависимости от фазовой программы у нас коэффициент, максимум коэффициент направленного действия может меняться. Вот таким образом лучом управляем. Вот. А в случае с массивом детекторов у нас обратная картина. У нас матрица, она чувствительна к плоским волнам, поступающим с разных направлений, и в зависимости от угла падения фазовое соотношение между соседними элементами этого массива, оно подстраивается под направление падающей волны. То есть мы таким образом не можем задать фазовую программу, у нас нет однотерминального случая устройства, и вот понятие о диаграмме направленности не совсем корректно. Зато корректно понятие то есть, так называемое деливит пауэра, потери на отражение. Нет, деливит пауэра, потери на отражение, это не одно и то же. То есть потери, да, деливит пауэра, это единица минус потери на отражение в квадрате. И вот для двух здесь показаны потери на отражение для нормальной падающей волны, для двух ортогональных реализаций, для ТГ и ТМ-нот, конструкции с ромбиками. Вот то, что Леонид Сергеевич уже показывал. А теперь, вообще говоря, по-хорошему нам нужно рассчитывать не только S1.1 параметр, то есть потери на отражение, ну и S1.2 параметр. То есть у нас может реализоваться такая ситуация, что существенная часть мощности, поглощенной в массиве, идет не на генерацию отклика детекторами, а на нагрев вот каких-то контактных проводов. И S1.2 параметр также можно посчитать. А это можно посчитать как при помощи флакэ-порта, поставив сосредоточенные элементы. Ну вот здесь я хочу проиллюстрировать, как это можно сделать при помощи обычного стандартного волноводного порта в CST. Только в этом случае нам нужно для каждой поляризации запускать отдельный счет. Ну, то есть если мы, например, вот на этих двух границах Y максимум и Y минимум поставим электрические граничные условия, то есть е-тангенциальное равно нулю, а на этих границах магнитные граничные условия, то есть H тангенциальное равно нулю, то это будет соответствовать ТМ-моде с вектором Е, точнее ТГ-моде с вектором Е, направленным вдоль оси Х. Ну, дальше мы здесь вводим две
о плоскости симметрии, то есть рассчитываем только маленький такой кусочек, вот, ставим один порт, и поскольку у нас две плоскости симметрии, то у нас реально посчитанный S1-2 параметр будет на 6 дБ меньше. То есть и здесь вот мы видим, что в диапазоне 320, 370 у нас фактически S1-2 параметр — это 0 дБ. То есть вся мощность, которая поглощается массивом, она поглощается именно нашим баллонником. Но так бывает не всегда. Теперь вот все-таки я хотел немножко проиллюстрировать, почему мы используем вот эту формулу, когда оцениваем эффективность решетки для приема излучения со спонтанной поляризацией. Значит, для того, чтобы принимать излучение со спонтанной поляризацией, нам нужно знать потери на отражение для двух ортогональных мод, то есть S1-1 в квадрате для TM-моды и S1-1 для TM-моды. И проинтегрировать дилевый пауэр, то есть поглощенную мощность, которая равняется единице минус S1-1 в квадрате, по диапазону углов от 0 до π. Вот. И при этом нормировать все каждый интеграл на π. Таким образом у нас получится, что поглощенная мощность для поглощенная абсолютная мощность спонтанной поляризации — это 1/2 единица минус S1-1 в квадрате для одной моды плюс 1/2 единица минус S1-1 в квадрате для второй моды. Теперь давайте посчитаем, какая будет диаграмма направленности у такого массива. Ну, здесь показана ориентация эйлеровой системы координат. То есть у нас угол есть θ, который отсчитывается от оси z, и есть угол φ, который в плоскости xy лежит. И если мы, вот как у антенны есть H-plane, есть E-плоскость и H-плоскость, и здесь тоже можно две ортогональные плоскости ввести, в которых мы строим сечение коэффициента поглощения, и вот у нас плоская волна падает вдоль оси Z со стороны оборота подложки, и вот красная стрелочка — это волновой вектор для случая, когда φ равно 90 и θ равно 60. Это чтобы примерно как пример, чтобы ориентироваться. Вот. И поглощенная мощность зависит от угла θ для двух углов φ, 0 и 90, вот таким образом. То есть если мы проведем уровень минус 3 дБ, то у нас тут получится 50 с небольшим градусов в обе стороны. Вот. Но это результат, полученный для бесконечного массива. У нас массив все время имеет
конечные размеры. И вот если общаешься с гражданами, занимающимися разработкой фазированных антенных решеток, они все время спрашивают, а вот когда основной лепесток отклоняется на 60 градусов от нормальной, у вас пирей-фактор как уменьшается? Насколько уменьшается? Ну просто вот соотношение рей-фактор это увеличение коэффициента направленного действия массива антенны массива антенны то есть насколько коэффициент направленного действия антенны решетки больше, чем коэффициент направленного действия одного диполя или там что. Вот, если он не одна вторая, то значит что-то у человека такая простая проверка на ширину. Потому что если мы 60 градусов повернули площадку, то поток энергии, который через него проходит, он в два раза уменьшается. Плотность увеличится в два раза, если так же нет. Если у нас плоская волна, мы повернули, то есть у нас максимум падающей энергии на площадку, когда плоская волна нормально падает на площадку. Если у нас угол... Ну, это на прием или на передачу зависит, я понял. Да, на прием. Нет, ну а на прием и на передачу, если мы отклоняем... Они в разные стороны, коэффициенты идут, одна вторая или двойка, потому что если... Смотри, что фиксировано. Ну, если фиксирована ходовая мощность, она как была во всей сечении, так и осталась. Нет, речь идет об уменьшении коэффициента направленного действия. Там, ну, фактически, видимые размеры уменьшаются, и уменьшение диаграмма направленности увеличивается. Что делать? Поэтому мы все-таки на косинус домножим, на косинус домножим, получим вот такую зависимость. Здесь у нас то есть ты учел, что естественно уменьшается плюс вот то, что конечный размер. Итоге, да. Получается здесь минус 30 градусов, и здесь вот 30 градусов. То есть ширина получается 60 градусов. Половина 30 градусов для массива конечного размера. Так, теперь перейдем к поляризационной расчету поляризационной чувствительности кросс-слот антенны. Вот мы видим кросс-слот антенну с четырьмя детекторами. Поместили мы антенну на линзу диаметром 9 мм. Масштабная модель той линзы, которую дал Михаил Александрович. Может быть, пересовская. Ну, по-моему, там было 12,6. Ну, хорошо. Да, это уже убрать. Много. И освещается все плоской волной, которая падает по нормальному. Ну, самый такой простой былой случай. Данная модель, она идеально. То есть все здесь абсолютно симметрично и хорошо. То есть misalignment меньше 1 нанометра. И поле E ориентировано по X, то есть антенны будут возбуждаться в поле, ориентированные по оси Y и по B в локальной системе координат. То есть для того, опять же, нужно пояснить, для того, чтобы рассчитать поляризационную чувствительность, нам не нужно возбуждать эти сосредоточенные порты. Потому что, как я уже ранее упомянул, фазовое соотношение между соседними портами или соседними сосредоточенными элементами определяется направлением, откуда падает вода.
И это отношение может быть каким-то, ну, в принципе, для симметричных соображений симметрии там все должно быть симпатично. Тем не менее, методология следующая. Мы освещаем все полской волной и смотрим, какая будет амплитуда напряжений, появившихся на сосредоточенных портах. Это уже не S-параметр, это уже так называемый F-параметр, но суть остается та же. Вот что мы видим. Мы видим здесь две разных кривые, две кривые. Поскольку у нас система симметричная, то у нас две кривые для симметричных щелей, они друг на друга накладываются. Но здесь график не очень удачный, здесь цифры достаточно плохо просматриваются. Тем не менее, вот мы видим широкий пик, слот антенны в районе там 340-350 МГц. Чё он такой широкий? Вот, добротность у антенны такая. Он такой широкий. И здесь мы видим зависимость, то есть это уровень сигнала, который на слотах ортогонально расположен. И вот получается, что вне полосы согласования зазор где-то в 30 дБ. А в полосе согласования он какой-то просто фантастический. Даже не буду говорить. Вот. Да, это вот как элементы обозначаются. Первый, второй, третий, четвертый по числовой стрелке. Но вот стандарт. Нормального направления, наверное. От нормального направления. От направления еще кросс-пол зависит. Так вот, мы к этому сейчас переходим. Что же произойдет у нас? Теперь мы начинаем медленно пытаться приближаться к реальности. Мы никогда не можем установить по центру ЗУПС. То есть вот нормы в проекте ТЭЛИС были 10 микрон точность установки. И то есть я сдвинул линзу относительно чипа на 10 микрон по оси X. Что же у нас произошло? У нас эти семейства, они сдвинулись. И вместо 30 децибел вот расстояние между двумя этими характеристиками стало меньше, чем минус 20 децибел. Но вот в лучшей точке, 10-20, вот, в диапазоне согласования лучше получилось что-то в районе 30 децибел. Вот, то есть практические измерения показывают, что поляризационная чувствительность и кросс-слот антенны минус 25 децибел. То есть, видимо, в модель нужно что-то еще такое внести. То есть в настоящий момент методология, она не является до конца адекватной. Нужно ее как-то дальше разумно методологию эту улучшать, развивать для того, чтобы избежать неоправданно оптимистичных прогнозов в отношении концепции. Но, тем не менее, вот самый первый попавшийся, лежащий на поверхности довод, вот сдвиг, да, он сразу дает улучшение на 20 децибел. Вот. То есть маленький шажок в сторону
экспериментальной реальности, он как-то... Ну, на 10, Саша. Что? На 10. Там у тебя было минус 40. Не, вот здесь вот... Тогда все согласовали. Вот, извиняюсь, вот здесь получается... Сейчас посчитаем. Ну, от минус 30, минус 40, а там минус 20, 30, минус 30. 40. Вот у тебя цифры, видишь? Ну, почти 50 децибел. Вон у тебя цифры. Минус 30, минус 40. А там минус 20, минус 30. Ну, в полосе согласования получается минус 50 децибел вообще. А после того, как мы сдвинули на 10 микрон, получилось минус 30 децибел. Не, ну понятно, что значим. Он не говорит, что это вот как раз результат. Он говорит, что надо посмотреть повнимательнее. Да. Мало чего еще там будет. Мы тоже своим с этим не верим. Поэтому... У нас вот, тоже слишком симметрично. Возможно, стоит какой-то... разработать интегральные критерии, чтобы не только сдвиг учитывать, но и какие-то другие. Ну, минус 30 получилось. Да, максимум. Чуть-чуть сдвиг. Да, так и получается. Так как-то везде. Вот, ну, оригинальная статья, минус 2. Оригинальная статья вот, по кросс-терпению. Да, 2001 года. Нет, не 2001, по-моему, раньше есть. Ну, 16 у него там. Экспериментально. 25 можно. А это чем-то подхайно считал. Больше 20 он насчитал точно. Больше 20. Вот, но там надо смотреть ширины, потому что здесь модельная конструкция одна, у него другая. Если ширина этих самых слотов поболее, то, соответственно, и кросс-поляризация изменится. Это первый момент. А второй, значит, здесь в расчетах бралась, я так понимаю, голая линза, без покрытия. Без покрытия. Вот, то есть если туда добавить покрытие, то ситуация, как мне представляется, должна еще и лучше стать. Потому что все эти перекособочивания, они возникают отчасти за счет того, что там переотражение происходит. Так что вот если ее покрыть четвертьволновым слоем, интересно было посмотреть, во что эти 40 там, или 50 децибел превратятся. А вот это он легко может посмотреть. Я вот это нелегко. Вот здесь вот открытый вопрос. То есть как влияет покрытие, может быть, оно жизнь нам и облегчит. Вот есть такое чувство, по крайней мере, то, что из эксперимента в свое время мы как-то пальцами щупали, что линза с покрытием, она менее чувствительна вот, к центровке образца. Но она к частоте станет более чувствительной. Ну, я бы не сказал, что полоса четвертьволнового покрытия будет меньше, чем полоса антенны. Во-первых, мы это можем посчитать. Во-вторых, по крайней мере, там в этом консорциуме побаиваются, ну или они оценивают эти факторы, говорят, там как бы не очень. Ну давайте считать, нет, ну, конечно, если мы уточним, это хорошо. Для, вот когда мы делали на слот, не на слот, а на диполях, прототип для Хай-фая была такая с Андреем Барышем, у нас была некая дело на слотах, я делал на диполе. Я потом мерил эту антенну кросс-пола вместе с линзой на частоте где-то 950 или 980 ГГц. То есть почти терагерц. У меня было 26 минус 26 децибел. Это кросс-слот? Это был не кросс-слот, это просто был двойной диполь. А, ну двойной диполь, да. Нет, ну двойной диполь с рефлектором, вот это то, что потом для Телеса пошло и так далее, только ну, та же концептуальная как бы смеситель, но просто на частоту 1 терагерц был сделан. И у меня было пятно, которое было, по-моему, минус 18 или минус 16, но было совершенно в стороне от пучка, и я его ассоциировал с этим самым, с фильтрами, которые вот цепочечные фильтры идут. Они, кстати, их выбрасывать нельзя. Вот все как бы имейте в виду, что вот эти все структуры, которые кроме антенн существуют, слот структуры, если у вас слот антенны, или проволочки, которые помимо дипольных антенн, они все дают вот эти вот поганые как раз мелкие на низком уровне кросс-пола. Сюда, ты не понял, ты мерил у антенны она одна направленная? Да, нет, да, я кросс-поляризацию мерил путем поворота плоскости поляризации и сетки поворотом. Но не кросс-антенна. Нет, не кросс-антенна. Я просто хочу сказать, что в принципе на практике получить разумную ниже 20 для вот этих печатных антенн, это как бы факт известный. То есть
чудо никакое, если просто грубо что-то сделано, то он искать делает грубо, немножко не так. Опять же, опираясь на свой некоторый опыт, на практике измерить такую развязку лучше, чем 20 децибел, тоже не так просто, на самом деле. То есть минус 20 децибел еще как-то почему? Это динамика вашего прибора зависит. Для этого, собственно, и брали лоб, потом делали маленькое отверстие, чтобы там была сферическая диаграмма. Потому что там все это, на самом деле, мерилось диаграмма направленности. Естественно, вместе с диаграммой направленности пока мерится основная. Сначала мерится основная диаграмма направленности, убеждаешь, что симметрично, потом поворачивается плоская поляризация, смотрится кросс-пол. Диаграмма кросс-пола. А ты как поворачивал? Поляризатором или самой лобом? А там был поляризатор с лобом, а потом поворачивали зеркалами. К-зеркало использовалось поворачивать. Нет, это к-зеркало поворачивать. Так, у меня, в общем-то, все. Ну, это еще вопросы. А вот скажите, пожалуйста, у вас вот там была мультипликация вот этой решетки, там выбрали одну ячейку. Да. И указали потом частоты. Какие геометрические размеры вы брали вот этой ячеечки, то есть ну, реальные да, размеры, вот эти геометрические, ну, они, не сказать, что много меньше длины волны. До 130 микрон. До 130 микрон. Да, мне надо. Ну, 130 микрон у нас, по-моему, вот длина одной такой штуки. Нет, а ребро. Это половина такой штуки, оно было Саш, порядка. Все ребро, наверное. У ромба ребро, наверное, 120. Да, можете больше взять. Саша, помнишь, это да, была половина четвертинки. Это было там типа 30-32. Да. Значит, умножаем на 4 и получаем. У нас мы же еще там полтора раза увеличивали то, что синий дизайн полтора раза еще увеличивали. То есть в итоге у нас получается, что размер вот этой ячейки, он порядка 300 микрон. Так вот. 300 на 300. Да. Ну я могу точнее открыть, посмотреть. Я понял. А частоты, соответственно, там порядка 300 гиг, да? Так, и вот еще по первому плакату, честно говоря, все-таки не врубился, с какими там эффективностями мы боролись, с помощью какой пьемкости. Вот я что-то, честно говоря, так и меня не дошло, можно пояснить, что то есть, мы, может быть, Вот это 10 микрон в длине, там, например, 1000 микрон, вот он 10 микрон ставит на вот оно, отношение. Поглощение в любой периодической поверхности, которая названа вектором переноса элементарных ячейки. Но для того, чтобы обеспечить поглощение, когда нужно, чтобы действительно часть импеданса была близка к сопротивлению голового сопротивления свободного пространства. И нам нужно отстроить некий модуль. Мы можем писать слово «си» и «би». Вот. И его оттранслировать вот, линейный массив по всей большой поверхности. Вот. То есть вот у нас плотно-сентимная поверхность на основе такой элементарной ячейки. Мы, чтобы подстроить действительную часть импеданса, мы скалируем вот эту структуру и это один параметр, а второй параметр у нас вот инфинитная схема вот этой периодической двумерной решетки она будет то есть, ну, практически у нас
как-то вот так вот. Теперь для того, чтобы эту емкость отстроить, вы должны сделать какую-то дополнительную структуру, которой будет эффективный импеданс индуктивный. Ну, если у нас емкостной, емкостная реактивность, то здесь должна быть индуктивность. Или наоборот, если реактивность у нас вот такая вот последовательная емкость, то у нас необходимо такую индуктивность организовать. И индуктивность или емкость мы организуем при помощи секции волновода, которая, длина которой подбирается таким образом, чтобы образовавшийся, получившийся резонатор имел либо индуктивность, либо емкость. И вот у нас 377. Вот наша настроечная структура – это подложка. Ее толщина рассчитывается таким оптимальным образом. И здесь у нас с этой стороны, здесь у нас кусочек свободного пространства и порядка. Вот примерно такая верхняя схема. То есть у нас два параметра. Действительную часть импедации мнимая, действительную часть мы подстраиваем путем масштабирования, а мнимую часть мы отстраиваем при помощи вот внешних резонаторов. В таком одноволновом приближении. Да, это сказать. Вот, поскольку у нас вся мощность поглощается, то нет подложечных мод, и мы можем нарисовать одномерную эквивалентную схему. И она будет корректной, поскольку это вот близко к одномодовому режиму. А если у нас поглощение не происходит, то рождаются высшие моды. То есть вот так. Вопрос. Еще какие вопросы есть, Саша? Саша, ну, глобальный вопрос. Да. В итоге многочисленные дискуссии. Какое твое мнение, какая структура была бы оптимальная для реализации задачи только самого европейского проекта? Мы занимались двумерными решетками для спонтанной поляризации, но в моем активе есть конструкция решеток, которые чувствительны только к одной линии поляризации. Но это вот весь пиксель. Он чувствителен только к одной мини-поляризации. Так, я думаю, если речь идет о планарных антеннах, то там, в общем-то, тоже что-то может случиться. Нет. Хорошим разрешением относительно 20 лет.
То есть суть в том, что двумерные массивы на основе частот селективных поверхностей вряд ли получится разделить две поляризации. То есть у нас пиксель либо к спонтанной поляризации чувствительный, либо только к одной линейной. Вот мое личное убеждение состоит именно в этом. А если мы хотим одновременно в одной точке иметь независимо две разных поляризации, то это все-таки должны быть антенны. Антенны? Да. В смысле какие? Вот, ну, у нас там есть антенны, а? Непонятно, какие до сих пор. Ну, или же вылезает такой вот. Кросс-слот. Ну да, кросс-слот, например, да. Нет, имеется в виду любые комбинации. Да. Начиная или кончая с синусоидальных антенн. Вот кросс-слот мне нравится больше. Да. Кажется. Нет, ну слот, во-первых. И слот вообще. Вообще. Двойной слот. Это направление сейчас. К тому же, становится. К тому же есть возможности сделать щели в ground plane таким образом, что по постоянному току можно будет независимо смещать и снимать сигнал с разных детекторов в двойной гипольной антенне. И это, по-моему, перспективно. То есть мы можем и разрыв делать в нижнем электроде, и в верхнем добавлять какие-то дополнительные электроды в микроплоскую линию. Да. Я как раз согласен, что слот антенны хороши тем, что вся разводка и соединение антенн производится экранированным образом. И не вносят помех в диаграмму направленности кросс-поляризацию слот антенн. Если в микрополосковом исполнении, конечно, делать не слот. Но требует двухслойной технологии. Два металла. Хорошо, спасибо большое. Можно вопрос? Да. Еще? Да, можно вопрос? Диаграмма направленности. Говорю, что это диаграмма направленности массива. Не совсем диаграмма направленности, диаграмма... пусть это будет. А что это будет? Да, это зависимость коэффициента поглощения от угла падения. Это диаграмма... не совсем диаграмма. Ну не совсем, но. Потому что если вы откроете какой-нибудь учебник, любой подземный, вот у вас есть один терминал, вы туда коаксиальный кабель прикрутили, или вот. Хорошо, можно вот вопрос. По ширине вот той характеристики, если по уровню там минус 3 дБ. Диаграмма направленности должна ли вот так, как у вас выпадает? Если говорить об этой антенне, да, как антенной решетке, да, допустим. Об антенной решетке. Если говорить сейчас об определении об диаграмме направленности. Допустим, диаграмма направленности там, по уровню минус 3 дБ. И дальше говорить о характеристике, которая вот у вас здесь нарисована. Да? Характеристика поглощения в зависимости от угла падения. Да, да. Теперь внимание вопрос. А ширина вот этой характеристики по уровню минус 3 дБ, она будет такой же, как? У фазированной антенны решетки она много меньше. Естественно. А на лямбда где? А определяется лямбда где, причем. Да, так, совершенно верно, да. А здесь это просто как бы никакой не фазированный, здесь просто некий массив, на который падает некая плоская волна, и мы смотрим. Да, замечание абсолютно верно. Причем. Сколько здесь получалось? Здесь получилось там 60 градусов, то есть, ну, раскрыв. Хорошо, да. А отдельно? И ведь есть угол, под которым видна входная апертура, он достаточно маленький. Соответственно, все, что с боков... И отражается вообще с обратно. Да, совершенно верно. Вопрос у меня. Вот если рассматривать отдельный элемент, отдельные ячейки, да? То есть не берем мы сейчас массив, просто рассматриваем отдельный элемент и рассматриваем его там поглощение, ну, в данном случае поглощение, либо диаграмму Шрамса. Для одного элемента это должно быть. Это не совсем корректно. Потому что он в массиве. Я сейчас говорю не про массив, я сейчас говорю про отдельный элемент. Так. То есть без учета взаимного влияния, без. Так. Просто вот берем отдельный элемент, да, так. И считаем его диаграмму направленности. Допустим, диаграмму направленности. А это у вас проводилось? Либо диаграмму, ну вот, либо там поглощение. Это не имеет смысла диаграмму направленности одного элемента считать.
Для того, для именно фазированных. Да я понимаю. Считалось, что у нас. Не-не-не, с точки зрения задачи, которая была поставлена для антенной решетки, это действительно не имеет значения, потому что там, в зависимости от угла сканирования, пардон, будет там разное влияние и так далее и тому подобное. Я сейчас не беру антенную решетку, я сейчас говорю отдельный элемент. Вот просто парциальная диаграмма направленности, этого элемента, какую ширину имеет? Не считали? Нет? Тут же 4, в одной этой рамке 4... элемента, 4 детектора, вот. Но у этой антенны есть некий аналог, это рамочная антенна. Да, это понятно. Да, и вот, ну, естественно, оно там... Нет, у меня вопрос вообще-то такой, как будет ли совпадать ширина вот массива с шириной вот этого отдельного? Ну, конечно, ширина... Массивы. Я сейчас говорю именно про массив, а то, что вы рассматриваете. Массивы, оно должно быть меньше. То есть более узкий должен быть. Это и называется рей-фактор. Да, это называется рей-фактор. То есть он тут должен быть. Но не такой, как вот фазированный ДНШ. Ну, с фаром потом все понятно. Тут вопрос как бы про это, потому что. Да. Но вопросы интересные. Спасибо. Вопрос такой. Кроме чувствительности популяризации для кросс-лот антенны еще что-нибудь рассчитывалось, то есть мощностные характеристики, то есть насколько увеличивает антенна, насколько влияние сдвиг те же 10 микрон сдвинут, насколько будет? Мощностные характеристики, они рассчитываются. Если известна диаграмма направленности, ну, то есть это эффективная изотропная мощность, изучаемая мощность, или что? Я имею в виду, нет, характеристики я имею в виду, то есть потери на отражение как и поглощенная мощность как изменяется. То есть вот эти вот параметры. Потери на отражение здесь это параметры, которые вот они рассчитываются в одну строчку, но суть в том, что если нам нужно что-то оптимизировать, то мы, конечно же, можем оптимизировать, но глобально мы, то есть здесь, во-первых, импеданс детектора, он полагался там 25 Ом, но потери на отражении были порядка минус 9 дБ. Но для того, чтобы оценить мощность и приятную шуму. Мощность и приятную шуму хочется оценить или что? Нет, просто, допустим, это полезно для эксперимента, то есть насколько влияет смещение линзы, насколько улучшается там мощность, концентрация антенны, то есть параметры. И сколько с линзой без линзы разница? То есть насколько дает увеличение по поглощаемой мощности? А, конечно, это тоже можно, в общем-то, сравнить, наложив друг на друга вот эти верхние зависимости. Но это не было это сделано. Нет, я не накладывал, но можно это сделать. Сейчас вот просто непонятно вообще до конца, какой правильной методологией пользоваться, чтобы то, что мы рассчитываем, оно максимально было близко к действительности. Чтобы не было вот такого, что у вас висит где-то невесомости антенны, и все хорошо. Леша, они как раз все это рассчитывают, но вот пока со смещением рассчитать не успеют. Всегда есть некие факторы, которые присутствуют в эксперименте, и их можно оценить. Смещение, не точно знать, может это оценено и как-то.
функции и помощи цифры. Тут я бы сделал один маленький шаг, вот сместил и сразу спасибо. Было видно, насколько оно все изменилось. Еще один вопрос можно. Вот вы, наверное, с технологиями все-таки там контакт. Да. Вот насколько вот погрешность изготовления, ну, ширины и высоты. А, да. Теперь по поводу полосочек, не полосочка этих щелей. А, вот уход, все зависит, конечно, от размеров, но уход ширины, он порядка 0,3 микрона. Почти никакой. Да. Не больше, такой. Никогда не больше. Никогда не больше, да. 0,3 микрона так можно закладывать смело. А если говорить о разбросе параметров самих друсонских переходов, ну, SIN переходов по подложке, то это вот, там, 5-10%, да? Или около этого по подложке. Или даже меньше. Даже, может быть, и меньше. Даже меньше 5. Да. Значит, ты про фотолитографию говорит. Я про вообще, да. Нет, вообще разброс параметров. Разброс параметров. Включая всего там, слой изолирующий и так далее. Ну, так я бы сказал, что 5%. Да, вот 5%. На подложке. То есть если не получилось сделать правильное сопротивление переходов, то все переходы с неправильным сопротивлением. Но разбросы вот в сверхпроводниковой технологии, они там очень маленькие. Вот у там полупроводников разброса больше. А у сверхпроводников меньше. Или после ланча. Ладно, после ланча. Так. Ну что? Мы, конечно, ланч не заслужили, хотели еще шито заслужить. Ну, но, с другой стороны, совсем уже, да, это предел к ланчу, так что давайте изменим порядок все-таки. В начале ланч, святое дело, да, после ланча, не задерживаясь, да, Сережа? А? Как кофе-брейк? Как кофе-брейк? Садишься и идешь. Сейчас ланч? Да. На 14 часов назначен ланч, так что все. Всем да, приятного аппетита. Ну что, мы здесь все оставляем, да? А во сколько надо продолжать, а во сколько? Во сколько слов у нас там? Ну вообще в 14 часов там, наверное, начинаем. Работа снова. Я думаю, что минут за 45, за час мы должны управиться. Ну что, народу просто объявить, чего? Сейчас. Да, 15.00. Собираемся здесь. И начинаем резко. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть двигаемся. Ну, вообще, по расписанию, ты не одна?